посмотреть просто на дом. Меня зовут Тимофей Данишевский, вы на канале «Мистическая корпорация». В этой куклу что-то вселилось. Здесь есть что-то еще. Велесова ночь. Очень интересно. Зачем мне зайти на Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Тимофей Данишевский, вы на канале «Мистическая корпорация». Я вернулся в этот дом, в прошлом выпуске вы все видели. В этой куклу что-то вселилось, человек помог мне избавиться от этой сущности. Полтергейста здесь больше нет. Но у меня сложилось впечатление, и я так думаю, здесь есть что-то еще. Сегодня 31 октября. Сегодня у нас будет Велесова ночь. Кто знает, что это такое, если не знаете, можете почитать об этом. Также у нас Хэллоуин, и это очень-очень серьезная возможность сегодня, чтобы... Я еще не снимал в такие мощные дни никогда, и думаю, что сегодня грань между нашим миром и миром незримого, скажем так, паранормального, сверхъестественного, сегодня сойдутся воедино, и мы можем заглянуть в щелочку и посмотреть более явно на все эти вещи, более интересно. Немножко испытываю какое-то напряжение. Да, мне впервые я снимаю вот именно в такой день, когда лучше этого не делать. Но сегодня мы посмотрим, что из этого выйдет. Если бы, возможно, я не сделал бы татуировку, о которой я, кстати, никому не говорил, теперь она есть. Теперь немного мне поспокойней. Еще пару часов подожду, когда уже наступит прям конкретное время, и буду начинать. Буду начинать проверять, что же здесь может быть. Уже время 12, я все подготовил, сейчас попробуем связаться с тем, что здесь осталось или что есть, и узнаем. Но у меня очень, скажем, такое не очень предчувствие, я думаю, что голосов сегодня будет очень много. Так, начинаем. Меня кто-нибудь слышит? Здесь кто-нибудь есть? Здесь кто-нибудь есть? А сколько вас здесь? Ты не один?
Да, я знаю. А ты можешь мне помочь? Кто-то из вас может мне помочь? Я хочу знать, что за существо было здесь в прошлое мое появление. Как он здесь оказался? Можете говорить кто-то один? Я не могу разобрать, что вы говорите. Говорите кто-нибудь один. Кто может мне помочь? Зеркалом? Ты хочешь сказать, что он появился здесь с помощью зеркала? Насколько давно это зеркало в этом доме? А ты кто такой? Кто ты такой? Можешь проявить себя? Ты можешь проявить себя? Если ты здесь и можешь проявить себя, черт возьми. Зачем ты хочешь навредить мне? Черт возьми. Еще одна кукла. Жесть просто.
Как будто... Вот это вот я сейчас осадился. Так, я, ребят, косу уберу куда-нибудь сейчас. На всякий случай. Твою мать, случайно нажал на этот. Ее как-нибудь лучше куда-то спрятать, потому что я уже за эти вещи конкретно переживаю. Прям вниз ее может воткнуть. Так буду безопасней. Хотя бы есть какой-то шанс, если что. Так, надо ЭГФ выключить. Тормози, тормози, подруга. Твою мать. Чёрт. Охренеть. Ты тормози, тормози, подруга. Охренеть. Святую воду. Ну, это самое жуткое, что со мной было. В общем, что я могу сказать? Это полная жесть, вообще полнейшая жесть. Я сейчас немножко поставил камеру в той комнате. Так, комната в этой комнате у нас. Тоже очень странное что-то происходит, потому что эти двери... Этот вот шкаф, я еще заметил, что у него вот это вот сбоку, это зеркала, короче. Я, конечно, не верю в чудовище там из шкафа и всякого такого. Но это очень интересный знак, и я думаю поставить здесь камеру. Пойду возвращаться туда, там самое интересное. На всякий случай, я не знаю, время уже на второй час ночи где-то приблизительно. Я планирую выйти на улицу, немного передохнуть. У меня, если честно, немножко даже сейчас потрясывается нутро.
Для начала я поставлю сейчас вещи на свои места. Быстренько. Попробуем быстренько сеанс ЭГФ. Да, такую махину давайте попробуем все-таки, попробуем еще раз призвать это. Power on. One. Ты еще здесь? Кто ты? Назови свое имя. Напрягает меня вот эта вот темнота. Сейчас уже не отвечает. Сегодня, знаете, вот это вот очень похоже на эту плесень, скорее всего. Так, я сейчас, друзья. Я сейчас выйду на улицу, рацию возьму с собой, попробую на улице еще раз провести сеанс. И давайте попробуем оставить здесь камеры, есть. Там камера тоже стоит. Если даже что-то будет, мы, возможно, что-то услышим. Фонарик. Я без фонарика не пойду. Я так понимаю, они вот им, когда по ЭГФ общались, имели в виду это зеркало. Стрёмно, конечно. В такую ночь очень стрёмно. Немного. Да, ночь сама по себе страшная очень и очень тихо. Хорошо, что здесь низкая крыша. Ой, слишком ярко. Все-таки я попробую сейчас ЭГФ провести. Здесь кто-нибудь есть? Ты здесь? Если ты здесь, ответь мне. Почему зря вышел? Почему я зря вышел?
Почему мне лучше зайти домой? Зачем мне зайти домой? Черт. Лицо у нее жуткое. Сегодня особенно это место меня удивляет. Я немножко в шоке, скажу честно. И на улице еще это все. Тут уж решил собираться. Вы снаружи видели, что за бурьян? Что это нахуй? С двух сторон. Сразу в два окна. Как такое может быть? Я не могу уже, все, мне нервничать начинаю. Так. Так, эта штука сейчас разбитая у меня, но я думаю, может сработать лампочка, если что, должна. Твою мать! Что это так? Во всем доме, что ли? Охренеть. Везде просто практически. Со мной кто-то стоит сейчас. Я камеру переверну. Нет, я все-таки собираюсь отсюда и ухожу. Я, конечно, бы рад остаться еще, но это реально что-то прям жутко уже мне стало. Я думаю, на сегодня сеансами стоит закончить. Поэтому я ухожу домой.